Не за горами зимние школьные каникулы. Взрослые в новогоднюю неделю тоже будут отдыхать, но одновременно это период повышенной родительской ответственности. И в очередной раз об этом напоминают сотрудники ГИБДД. 19 декабря на территории Московской области стартовал комплекс информационно-профилактических мероприятий под названием «Зимние каникулы». Главной целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также адаптация детей к периоду жизни вне школы. Одно из направлений – это правильная перевозка детей-пассажиров. Количество таких поездок в каникулы возрастет на елки, на экскурсии, просто в гости. Соответственно, возрастет и количество рейдов госавтоинспекции под названием «Маленький пассажир. Большая ответственность». Его еще называют «детское кресло». Один из таких прошел в Первом Советском переулке около гимназии номер 6. Наша задача – донести до родителей основное то, что детские удерживающие устройства – это как бы наиболее, скажем так, эффективный элемент обеспечения пассивной безопасности детей. В рейде участвуют инспектора дорожно-патрульной службы, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, ребята из молодой гвардии «Единой России». Проконтролировал ход профилактического мероприятия исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД Родион Величко. Останавливают машину, если видят ребенка в салоне, смотрят, каким образом обеспечена безопасность маленького пассажира. Иногда ребенок в кресле, но не пристегнут. Правила вроде и соблюдены, но формально. А соблюдать-то их несложно. Дети до 7 лет ездят в автомобиле только в удерживающем устройстве, которое должно соответствовать возрасту и весу. Пассажиры от 7 до 11 лет в кресле на переднем сиденье или пристегнутые ремнем на заднем. А у водителя родителя должна сформироваться установка. Сел в машину, убедись, что твой ребенок пристегнут. Независимо от того, далеко вы едете, недалеко вы едете, либо какие-либо условия движения, не должно ни в коем случае на это влиять. То есть сели в машину, начали движение, обязательно ребенок должен быть в кресле, пристегнут ремень безопасности. Водитель должен об этом, как говорится, обязательно убедиться в этом. Адекватному родителю не нужно объяснять необходимость безопасной перевозки ребенка. Юлия знает все нюансы поездки с ребенком в автомобиле. С ней рядом дочка Ксения, которой всего 9 месяцев. Она обязательно должна быть пристегнута. Она имеет право сейчас пока ездить со мной рядом. Вот, на переднем сиденье. Также можно ее сажать назад. Вот, но сзади она может просто капризничать у меня иногда. Но это наши дети, а как без этого, естественно. Это необходимо, конечно, в любом случае. Мероприятие носит больше профилактический характер. Всем водителям, с которыми беседовали сотрудники ГИБДД, они напоминали о повышенной ответственности за своих детей в предстоящие каникулы. Вручали памятки с правилами их перевозки. Впрочем, за рулем ответственность должна быть всегда. Я призываю всех родителей, кто не соблюдает или считает, что в этом нет какой-то необходимости, обязательно перевозить детей в автокреслах, в специализированных по возрасту. Вот, потому что это в первую очередь, как мы, как родители, должны думать о своих детях и беречь своих детей. Информационно-профилактическое мероприятие ГИБДД «Зимние каникулы» продлится в Подмосковье до 8 января. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.